На входе глава города и депутат окружного парламента. Андрей Гаранин и Виктор Казарин решили посетить местные аптеки. В первую очередь муниципальную. Отмечено, здесь можно приобрести большинство назначаемых препаратов, а если их нет, подберут аналог. У них действующее вещество такое же, как в орбидоле? Но они являются индукторами интерферона ПГЦ и амексин, детская взрослая дозировка. И есть противовирусные препараты, это вот, например, вместо тамифлю, ингалерин, соответственно, вызывает вирусов. А эти, как и орбидол, обладают и повышают выработку интерферона. В принципе, они заменяют орбидол. Мы стараемся всеми силами удовлетворить потребность покупателей, обращающихся к нам, и делаем все возможное. Все самое необходимое с соблюдением минимального перечня, который требуется в наличии в аптеках, у нас есть. Мы делаем заказы на лекарства и при наличии их у поставщика доставляем их в кратчайшие сроки. В среднем это занимает от 4 до 10 дней. Следующий пункт – аптека в торговом центре первого микрорайона. Большинство необходимых лекарств здесь в наличии, замечания не касались ассортимента. Сообщите, что вредит вашему зрению, вы здесь находитесь долгое, хорошо, продолжительное время, это вот отражается. Хорошо. Посетили аптеку и в 12-м микрорайоне. Здесь нужные медикаменты не всегда в продаже, быстро заканчиваются. Я так понимаю, что у наших земляков и у аптек уже есть свои такие постоянные потребители, клиенты, и здесь уже ориентируются на спрос. Несмотря на то, что оседлая часть населения еще частенько через аптечную сеть города обеспечивает своих близких и родных из других регионов, но тем не менее, значит, аптеки справляются. В аптеках, где удалось побывать, наиболее востребованные жителями города лекарства на данный момент есть. Специалисты напоминают, принимать тот или иной препарат рекомендуется только после консультации врача. Валерий Усманов.